Так? Вы видите, это две чашки, это два шарика. Да. Да, но чтобы не была полная иллюзия, я защищу рукава. Так. Чтобы у вас не было подозрений. Я уже чувствую, что меня обманывают, но не знаю как. Итак, как только на счет пять что-то произойдет. Считаем. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Здесь ничего. Здесь два шарика. Так. Леон, я думаю, у вас тоже получится. Давайте вашу руку. Так, прекрасно. Что вы должны делать? Смотрите. Нет, не так. Это очень важно. Нужно взять шарик и крепко зажать. Теперь я сделаю так. Раз, два, три. И медленно вот так открываю. Хорошо. Какой вам больше нравится? Вот этот. Так, возьмите его себе. А этот я возьму себе. Смотрите. Делаем раз, два, три. Что у вас? Один у меня. Один. И здесь два. Вот такой смешной фокус. Вы знаете, я сейчас буду делать все очень медленно и с помощью вот этих чашечек. Наблюдайте. Я беру, накрываю. Раз. Так. Честно? Честно. Пока честно. Так. Раз, два. Здесь красный. Так. Три. Красный. Нет, красный уже здесь, видите? Здесь зеленый. Раз, два, три. Там. Ну вот видите? Здесь хорошо. Зеленый. Да, конечно. Я просто спрячу его в карман. Так, красный убрали. Подальше. Вот из кармана сложнее, да? Ну, конечно. Раз, два, волшебные палочки, три. И все три шарика здесь. Хорошо. Давайте сделаем так. Вот я беру шарики. Можно вашу руку? Да, зажимайте. Пожалуйста. Зажал. Крепко. Да. А сейчас этот красный шарик на ваших глазах сюда проникнет. Да. Я его спрячу в карман. Все, красного там. Да. А вот просто... сколько здесь шариков? Здесь... Подождите, я забыл. Сколько здесь шариков? Зрители подскажут. Два? Два здесь шарика. Они запутались просто уже. Когда показываются такие фокусы, обычно хотят все фокусника держать за руки. Да. Вот я вам предоставлю такую возможность. Поймайте фокусника, возьмите меня за руки. Так, я нет, левой рукой. Да. Левой рукой? Нет, левой. Правой. Правой. Ага, все. Левой. У Левон у вас рука музыканта. Рука у него такая, да. Что... Что вы должны делать? Смотрите. Берем шарик. Видите, да? Видите. Его нужно спрятать вот сюда. Один, второй, третий. И я его значу простым, но безотказным волшебным словам русским. Ха-ха-ха. Просто, да? Да. Начинаем. Берите. Так. Шарик. Сюда кладу. Да, сюда. Один, второй. Нет, Леон, подождите пока. Так. Так. Да, да, да. Еще? Еще. А теперь пальцы так расставьте. Скажите. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Отлично. В руках ничего. Теперь вы, Леон. Держите, 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 чтобы... Так. Мой палец. Да, 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 да. Ну, хорошо, я помогу. Вот давайте еще. Всем пальцем. Раз, пальцем. Еще один палец. Так. Да, вот, шарик. Все, честно, теперь пальцы расставьте так вот. Не, вот так. Скажите. Ха-ха-ха. Прекрасно. Отлично. Но это, наверное, еще не полный контроль. В России не так контролируют. Вашу руку. У вас мощная рука музыканта. Пожалуйста, захватите снизу. Снизу. Держите. Yes, yes. И сверху снизу. Yes, да. Yes, yes. Вот фокусник попался. По-моему, уже надурил. Слушай.